Добрый день, уважаемые зрители. Я нахожусь на Михайловской площади. Тут от Михайловской площади до Софиевской начинают монтаж новогоднего городка. Установили уже вот такие вот ларьки, где будут продавать разные новогодние украшения, сувениры, еду и тому подобное. Сейчас пойдем посмотрим, как монтируют новогоднюю елку. Вот такие вот уже идут приготовления к Новому году. Я подошел к Софиевской площади. Тут всегда с 14-го года начинают устанавливать елку. Приблизительно в это время. Работы идут. Сейчас посмотрим. Вот она, наборная елка будет новогодняя. Идут работы по монтажу конструкции. Новогоднюю елку собирают конструктор.